Лечение и диагностика онкологии новыми для Украины методами. Чтобы обменяться опытом, в стенах Одесского областного онкологического диспансера собрались ведущие врачи города и стран-партнеров. В организации конференции также активное участие принимали отечественные операторы клинических больниц, а также медики из Стамбула. Сегодня очень важное для медицинской общественности событие в Одесском областном онкологическом диспансере при активном участии кафедры онкологии и кафедры радиологии и лучевой терапии Международного гуманитарного университета проводится конференция, посвященная актуальным проблемам диагностики и современного лучевого лечения больных с онкологическими заболеваниями. Это очень важное мероприятие, так как сегодня в стране при поддержке по инициативе президента проходит модернизация всех лечебных учреждений, используются новые инструменты, государственно-частное партнерство, привлечение частных инвесторов по развитию сети современных высокотехнологических и дорогих инструментов. Организаторами конференции стала кафедра кардиологии и лучевой терапии Международного гуманитарного университета. Отмечу, что выпускники медицинского института МГУ по окончании вуза занимают должности врачей в разных направлениях, среди которых и онкологические отделения. Основной тематикой серии конференций была выбрана диагностика и лечение пациентов с раком предстательной железы. На сегодняшний день факультет последипломного медицинского образования дает возможность обучения не только для будущих врачей, но также для практикующих специалистов оказывать медицинскую помощь согласно мировым стандартам. Так Сергей Васильевич развивает не только образование, но и медицину. Был создан факультет последипломного медицинского образования при Международном гуманитарном университете, а также университетская клиника, которая на сегодняшний момент позволяет нашим студентам получать и практические навыки. Стоит уточнить, что новые методы диагностики и лечения онкологии будут проводиться на оборудовании, которое уже есть. Меняется только протокол работы врача. Эксперты рассказывают, что новые методы выявления болезни дают больше результатов и информации. Это достаточно специфические методы диагностики. В настоящий момент они базируются на известных методиках, только другими протоколами, да, то есть это протоколы, которые утверждены Европейской ассоциацией рентгенологов, радиологов. Мы используем сейчас несколько, скажем так, инструментов, да, это МРТ, КТ, это инструменты ядерной медицины, так называемая гамма-камера, АФЕКТ. И наша сегодняшняя конференция – это тизер будущих возможностей. Во время конференции представили 8 новых методов диагностики онкологии, которые уже много лет используют в Европе. Немало внимания также уделили раку предстательной железы, ведь по статистике этот вид онкологии самый распространенный среди мужчин, а также занимает второе место по количеству летальных исходов.